приходи к нему в ночи, коль сон уходит прочь. Ты приходи к нему в тиши, как сын или как дочь. Ты приходи к нему тогда, когда весь свет не мил, когда в глазах блестит слеза, когда совсем нет сил. Ты приходи к нему, когда услышишь злую весть. Ты приходи к нему, когда всех бед не перечесть. Ты приходи к нему, когда покрыто сердце льдом. Ты приходи к нему сейчас, не говори потом. Молитва, разговор, творение с Творцом. Молитва — это шанс побыть с Отцом вдвоем. Молитва — время слез и утешения. Молитва — твой запас в день искушения. Молитва — это стук в святые небеса. Молитва — Божий Дух, творящий чудеса. Молитва — это свет для плачущей души. Ты приходи к нему тогда, когда удачен день, и когда солнце яркий луч рассеял мрак и тень, когда забота и тоска, и горечь и печаль из глубины твоей души ушли куда-то вдаль. Ты приходи к нему тогда, когда душа поет, когда нужда обходит дом, и в нем любовь живет. Когда цветами услан путь, а на душе весна, и когда счастьем дышит грудь, ты приходи тогда. Молитва — это песнь Творцу за всю любовь. В молитве я благодарю за милость вновь. Молитва, как в жару, глоток живой воды. Молитва — мой поклон Создателю земли. Молитва — это песнь Творцу за всю любовь. В молитве я благодарю за милость вновь. Молитва, как в жару,